Всем привет! Сейчас мы будем собирать акриловую ванну. Вот это инструкция для нее. Руководство. Значит так. Вот наша ванна. И ее комплектующие. Кран. И крепеж. Значит, что мы тут имеем? Ну, начнем сборку. Так, это у нас сюда идет. Вот таким вот образом. Это вот так. Так, прикручивается она вот этими саморезами. Вот так вот. Это у нас ножки. Эти прутики, вот заметьте, они разной длины. 4 вот одинаковые, и одна короткая. Короткая у нас пойдет вот сюда, на среднюю ногу. Значит, ножки, прутики эти вкручиваем вот в эти ножки до конца. Прям до конца их вкручиваем. Так, прикрутили ножки. Теперь собираем каркас, да, ванны. Вот у нас 4 вот такие вот брусочка. Они разные. 2 одинаковых и 2 одинаковых чуть больше. Значит, которые больше ставятся на этот край. Ванна разной глубины, где слив, она глубже, та сторона мельче. Значит, где побольше расстояние, мы ставим вот эти побольше, где поменьше, вот эти ставим на тот край ванны. Значит, собирается она болтами, вот таким макаром. И прикручиваем их вот сюда. После того, как наживили, равняете вот этот каркасик, чтобы он ровненько стоял. Здесь, здесь, здесь. Здесь, чтобы все ровненько было. Тут болтается все, пока не прикручено. После того, как посмотрели все ровно, прикручиваете этот каркас к ванне вот этими саморезами. Когда прикрутили их,
тогда можно будет уровнем, значит, меряем уровнем, чтобы ножка была по уровню стояла. После того, как мы установили по уровню, можно будет перекручивать эту ножку к ванне. Вот такими саморезами, чуть поменьше. Так, потом, когда мы прикрутили каждую ножку, можно будет прикручивать ножки, да. Каркас у нас будет прикрученный, и займемся ножками. Значит, вот таким образом. Так, и гайкой. Так, вот эти ножки прикрутили, да? Ну, гайка одна внизу, одна вверху. Так, каркас. То же самое посередине нога, две гайки. И третья нога. То же самое. Так, теперь остаются у нас еще две ноги, которые мы будем собирать чуть по-другому, потому что у нас еще есть экран, который тоже нужно будет поставить сюда. Значит, собираем. Для этого нам надо вот это, вот это, 4 шайбы. 4 шайбы. И по 4 гайки на каждую ножку. Вот такие ножки получились, да? Так, прикручиваем их сюда. Значит, далее, что у нас осталось? Вот эти вот уголочки, да? Это мы прикручиваем к ванне. А вот сюда. Давай по краям. Это у нас будет держать экран. Эти вот уголочки. По краям и один посерединке. Да, для этого кран берем. Его прикладываем. Нужно будет отметить маркером или карандашом, где они тут стоять будут. Здесь выравниваем, вот этот регулируем. Далее он здесь вот будет просверливаться сверлом на 3,5. И экран вместе с экраном будет отверстие. Здесь будет крепиться и, соответственно, и здесь тоже точно так же будет просверливаться. Просверливаться здесь и вот здесь.
Так, значит, замерили здесь, прикрутили. Здесь мы отметили, как он будет стоять. На экране отметили, прикрутили сразу сюда, также на саморезы. Здесь также, и этот также. Дальше. Что у нас тут еще остается? Так. Так, эти саморезы у нас идут сюда. Не забыли, да? Когда мы это закрутили, берем ключик и затягиваем вот этот вот болт. Не забываем его затянуть, чтобы у нас ножка не болталась. Отрегулировали ее. По уровню выставили, закрутили саморезами и ключом затянули болт. Вот эти вот саморезы нужны для того, чтобы крепить экран. Вот в эту втулочку вставляете, там отверстие просверлили в экране, вставили, закрутили, заглушечкой вот этой закрыли, чтобы видно не было болтика этого. Так, ну вот эти саморезы, они пойдут сюда. Сюда. И остаются у нас вот эти вот уголочки еще. Значит, они крепятся к стенке тюбелем. Вот этим вот. То есть отмечаем также, меряем на стенке. Замеряем высоту ванны. Ну, прежде чем их крепить, конечно, надо поставить будет ванну. И пометить где-нибудь, стать. Таким макаром он будет крепиться к стенке, да? И ванна будет сюда как бы одеваться. Вот таким вот макаром она будет одеваться. Где-то так. Ну и все вроде бы. Ну вот так где-то она будет собираться. Примерно так. Прикручиваем, чтобы ванна у нас не убежала. Вот такую вот штучку меряем. И прикручиваем. Так вот. Где-то вот так вот станет она.